Валентина Бондарева живет в городе с его основания и с ностальгией вспоминает, как ходили сюда с подругой на вечерние кинопоказы. Шаим был самым современным зданием того времени. Такое здание выстроили, столько мест свободных, смотреть удобно, покатый пол. Конечно, это приравнивалось к городскому. Кинотеатр «Шаим» распахнул свои двери для уральцев в 1970 году, то есть через 5 лет после того, как рабочий поселок Урай обрел статус города. Открытие приурочили к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В 2002 году здание реконструировали в киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима». Само открытие я пропустила. Вот. А когда мы уже попали на концерт сюда, ну это сказка просто. К 60-летнему юбилею Шаимской нефти и 55-летию города лукойловцы подарили учреждению световой и музыкальные пульты последних разработок, светодиодный экран и другое оборудование. Так что качество концертных выступлений теперь станет еще выше. Статуя клоуна, что стоит у входа в киноконцертный комплекс, полюбилась горожанам не меньше, чем само учреждение. У урайцев даже появилась своя традиция. Считается, что если загадывая желание потереть пуговицу артиста из бронзы, то оно обязательно сбудется. Вы спросите, почему именно клоун? Не акробат, не другой какой-то цирковой артист. Все потому, что этот веселый комик символизирует искусство и хорошее настроение. Современное здание «Юности Шаима» имеет мало сходства с прежним кинотеатром, который запечатлен на фото. Современный культурно-досуговый центр имеет 11-метровый купол. Кинозал, который одновременно является еще и ареной цирка, вмещает в себя более 300 зрителей. А на сцене могут проходить мероприятия самой разной тематики.